Под боком у полиции стена участкового опорного пункта стала баннером для рекламы наркотиков в Нижегородском районе. Сейчас самым распространенным способом продажи наркотиков является бесконтактный способ. Все делается через интернет, клиенты и покупатели общаются в сети, а затем запрещенные вещества передают покупателям с помощью закладок. Так вот, ассортимент одного такого онлайн-наркомагазина разместили на стене участкового пункта полиции на улице Горького. И что это вообще недопустимо. Наркотики и власть, блюстители порядка. Они же вот ходят, клеят на двери. Они же прям вот я вхожу, они клеят, не стесняясь. Вот эти они же обклеили все. Они где угодно. Они вам на спине могут нарисовать. Да здесь участковый ты. Его редко можно увидеть. Невнимательный такой. Вообще даже не знаю, он сейчас участковый, хотя я здесь живу. И были моменты, когда к нему надо было обратиться, вы не найдете. А вот здесь вот укроны. Укроны наркотиков. А, закладки, да? Конечно. И вот парень один ходит раз в 3 дня. То ли кладка у него там, то ли что. Вот я хотела сюда прийти и сказать, хоть бы понаблюдали за ним. Ну, значит, они тут часто бывают, полицейские, что даже не видят, что на стенах у них там навешано. То есть это их как раз прямая обязанность отслеживать такие граффити и убирать их? Полицейские должны по этому номеру позвонить, найти, кто это написал, вот, установить всю цепочку. Их арестовать. Вот интересно, что ответит полиция, чем они заняты. То есть они, наверное, очень важных преступников в этот момент ловят. Сотрудники полиции после выявления данной рекламы незамедлительно обратились в дом управляющую компанию для устранения данной записи. А также по данному факту проводят процессуальную проверку. А милиция-то, она понимает в этом чего-то? А может, они неграмотные? Конечно, это безобразие. Почему милицию не видит? Один милиционер на половину Нижегородского района. У него дело корни крыли. Он озабочен всеми другими делами, и он, конечно, не видит этого. Вот так один дедушка с монеткой за пару минут сделал то, что никак не могли сделать ни сотрудники полиции, ни домоуправляющая компания. Участковых мы хотели расспросить, как долго на стене их участка красуется реклама наркотиков, но приезжая к этому участку несколько раз в течение всего дня, застать никого так и не смогли.